Один из способов размножения орхидей – цветоносом. Срезанный цветонос помещают в пластиковую бутылку с обрезанным горлышком. Туда же наливают кипяченую воду. Можно добавить одну таблетку активированного угля. Затем цветонос погружают в воду на 4-5 см. Желательно менять жидкость бутылки с частотой один раз в неделю. Подождите, пока листики подрастут, хотя бы до 2-3 см, а его корни будут как минимум 3-5 см в длину. Рост корней может занять довольно продолжительный период – полгода или даже год. Для лучшего корнеобразования детку орхидею основания можно обмотать мхом. Его поддерживают во влажном состоянии. Подобные действия спровоцируют рост корней. Когда корешки достигают длины 5 сантиметров и их минимум штук 5, теперь мы можем отсадить детку. Орхидеи детки с маленькими корешками до 2-3 сантиметров срезать не рекомендуется. Ее можно не отделять от цветоноса. Обрезать с двух сторон, как показано на фото. Длина черенка составляет 1-2 сантиметра. Выполняют острым ножом. Срез нужно обработать активированным углем или перекисью водорода.